Ну что, друзья, сегодня я вам расскажу о лайфхаках, которые будут касаться любого. Что за хорошо пос... Сегодня я вам расскажу о лайфхаках, которые будут касаться любого мотоцикла, не только спортбайка. То есть это быстрый ремонт, гаражные будни, как хотите, так и называйте. Первое, с чего я хочу начать, это обычный лак. Вот поскольку у меня глянцевый мотоцикл и краску нужно где-то подбирать вот под такой цвет. Вот тут я видел косячок, вот допустим, если вы видите, вот это вот можно замазать красиво. Берем обычный лак. Буквально капельку вот сюда. Мы ее замазываем. Она красивая здесь красится. И все. Ждем 10 минут. И это дело засыхает, и можно ехать. Точно так же ножки, правда, у меня уже тюнингованные. Вот. У меня было перо. Если можете заметить, оно было вот примерно так. В таком положении. И вот здесь всегда стиралось. Всегда. И здесь покрашено было обычной краской. Я вскрывал лаком, все равно здесь всегда протиралось. Так само было с той стороны. Вот я замазал лаком, я уже несколько дней покатался, и оно вообще не стирается. Все-таки лак — это сила. Следующий лайфхак, ребята, это касается стяжек. Вот как можете видеть здесь, на хвосте. Здесь стяжечки, эти ремонты делаются. И болты здесь поджимали, и сам хвост, и все что угодно. И проводку, или еще что-то, что вам нужно будет поджать, подлампичить. Это все работает, очень хорошо приветствуется. Стяжечки всегда в помощи. Изолента, ребята. Изолента тоже немаловажную роль принимает в нашей жизни. Вот я тут заизолировал провода. Тоже очень комфортно, классно, в кучечку все собрано. И нифига не мешает. Все в кучечке. Абсолютно красиво. Тоже можно подкручивать все что угодно. У некоторых и стопаки висят на изоленте или на скотче. И так далее, и так далее. Поэтому это все, ребятки, очень даже хорошо приветствуется. По предохранителям, ребята, есть предохранители, горят, и у вас в дороге нету на замену, всегда можно использовать проволоку. Поэтому возите с собой проволочку. Вот я покажу на данном примере, по-моему, здесь где-то менял предохранитель. Можно просто проволочкой начало заматываем в конец, либо же можно так само, если это будет вилочка, просто здесь зафиксировать и использовать предохранитель в блоке. Тоже немаловажная вещь, это действительно поможет. То есть записывайте себе на заметочку, проволочку с собой возить можно использовать к предохранителю. Смазка цепи точно так же. Как можно смазывать цепь, если нету подката, допустим, как у меня? Моей ситуации. Я просто фиксирую переднее колесо. У меня здесь есть жигулевский донкрат. Часто жигулевские донкраты слаживаются. Как можете видеть, он ушел у меня в сторону. И он отлично подходит под мотик. Просто. Вот, упираем. И поднимаете маятник. Поверьте мне, это очень хорошо делается. Даже не западло. Я вам сейчас это продемонстрирую. Вот у меня зафиксировано спереди колесо. Все. Берем сюда. Вот, просто выбираете себе нужную высоту, подняли и поднимаете мотик. Как можете заметить, все это делается, колесико крутится. Все, назад ставим. Очень рабочая тема, советую всем. Поэтому сразу не выбрасывайте. Не такую это металлолом, его можно очень даже прекрасно использовать в нашем деле. Как можно помыть мотоцикл влажными салфетками? Я уже об этом видеоролик записывал, поэтому не буду, просто оставлю подсказочку, вы здесь ее вверху увидите, перейдете и посмотрите. Буквально 4 влажные салфеточки, и мотик промоет от всякой мошкары, грязи и так далее. Очень удобно. Приступим к другому видео. Я уже снял вечером, правда, это снятие наклеек. Что вам для этого понадобится? Вам понадобится фен, чтобы нагреть наклеечку, влажную салфеточку и ВД-шечку, чтобы это все дело поснимать. Смотрим, как сдереть наклеечку безопасно, а главное удобно. И вам понадобится фен, как видите. Нагреваете немножко феном, и все очень хорошо будет отдираться. Чуть-чуть нагрели. Вот. И как видите, очень хорошо
снимается. И так по всей будет наклеечке. Вообще никаких трудностей. Вообще. Ребят, не нужно заморачиваться, отдирать там, прилаживать супер какие-то усилия. Вот, буквально пару шагов. И точно так же с вот этой большой сейчас будет. Сейчас мы ее нагреем хорошо. Вообще я хотел ее переклеить туда, на ослик. Ну, ща. Мы сделаем то, что хотели сделать. Вот она здесь должна поддеться чуть-чуть. И все. И мы только запускаем вот горячий воздух. Все, эта елочка снимается. Очень хорошо снимается. Лучше в перчаточках это делать. Чтобы она не порвалась, чтобы ее красиво содрали. Вот. Ну все. И никаких нареканий у вас не будет. Как по мне. Вот. Все красиво снимается. Мы ее вот так вот налепим. Чтобы в дальнейшем можно было снять. И так само можно подкорректировать с теми, где у вас косячки есть. Понагревали, прижали, все, оно должно там все хорошо подклеиться. Что касаемо того, чтобы... Ай, блядь, горячо. Что касаемо того, чтобы... Как снять вот это вот все некрасивое. Для этого вам понадобится... Влажная салфеточка. Сейчас мы вот это все спрячем. Туда, куда надо. На переклейку потом. Вот. Сейчас я вам покажу, как вот это легко смыть. Это вообще просто делается. Сейчас мы возьмем наклеечку. Ой, наклеечку. Влажную салфетку. То есть есть вариант просто влажной салфеткой вытереть. Если не все так плохо и хорошо идет, есть такой вариант. Вот. Но, как видите, влажной салфеткой не все хорошо вытирается. Хотя хорошо идет. Если будет плохо вытираться, всегда есть что? ВДшка. Буквально один раз пшикнуть и этой же влажной салфеточкой помочь. Очень хорошо помогает, очень хорошо вытирается. Вообще, очень хорошо это все работает. Поэтому, чтобы наклеить, переклеить наклейку, снять наклейку и убрать клей, вам нужна ВДшка, фен, влажные салфеточки, ну и все. Этого вам достаточно, буквально в пару минут вы все это сделаете. Вот так вот и будет выглядеть. Круто! Делаю опять ремонт и заметил то, что у меня здесь выпал болт. Что-то морда начала левое зеркало телепаться, поэтому оно здесь не держалось. Вот у нас крепление тут есть. А здесь оборвалось. И это я не ездил по ямам, просто потрясло от наших дорог. Поэтому берем эпоксидочку, сейчас специальную тряпочку, клеим и будет как новенький. Замачивал, подготовил, чтобы оно там нигде не позатекало и не повылазило тут все с фар. Все должно быть красивенько. Вот так вот. Сейчас будем готовить эпоксидочку нашу. Вон она нас ждет. Конечно же, не забывайте все это дело обезжирить здесь, чтобы все клеилось у нас хорошо. И я пока подготовил перчаточки, емкость. Все, тряпочки сейчас берем, вот здесь вот замачиваем. И я уже покажу вам готовое, как оно выглядит. Вот и финалио. Вот так вот оно выглядит. Пока подзастывает, можно поправлять. Где там натяжечку сделать какую-то максимальную. Вот так вот делается мотоцикл. Но эпоксидка чудеса делает. Чудеса. Что поделаешь? Хоть китайский пластик, хоть оригинальный. Все равно ломается. Все равно наше здоровье. Это наше здоровье. Что ты с ними сделаешь? Здесь сделал так. И он подмазывает эпоксидочкой. Остатки сладкие. Да. Мощная штука. Мощная штука. Вот пока он уходит в сторону, берете вот так. Опа. И пошли.
Желательно, когда он катается, чтобы до дома далеко. Конечно, я сам так делаю. Здорово. Жду, пока ты катаешься, думаю, что я буду тратить время. Транспорт немножко. Да. Ну и последний лайфхак я оставил вам на закуску. Будем делать с газа, поэтому обращайте внимание, как это делается. С первой скоростью, в моем случае, я буду делать где-то вот с 6000, с 5, с 6. Ага. Но не сейчас, надо в обратную сторону. Вот сзади дядя Толик едет. Что ты? Шалишь, катаешься? Так, лампочка горит. А я как раз хотел записать видосик. А? Ну да, хотел записать, типа, как на заднее вставать, пока тут все видно хорошо, я понатирал. Да, как раз смотрю, машина, блядь, смотрю, ты сзади еще, блядь. Есть, блядь, думаю, прям четко. Я тебя услышал, когда в добро был. На добро? Что, есть там кто-то? Никого. Я так посидел, баночку колы попил. Нормально. Да так... погода, блядь, отправляет, тут будет дождь. Поехали тогда лучше в центр обратно, в тенечек. Вот, ты мне предскажи, будет дождь или нет? Ну, ты как почувствуешь прохладный воздух и усиление ветра, то будет. Было такое сегодня? Да я думаю, не будет. По погоде вроде нету. Есть. У меня нету. А так смотришь, смотря откуда пригонят. Ну, оттуда вот. Угу. Оттуда и оттуда. Да. Скорее всего, будет только под вечер. Может быть. Просто понял, если бы не было туч сегодня, я бы начал косить уже опять снова. Но если я сейчас начну косить и пойдет дождь, опять да. Мне жопа будет. Да. Вот в том-то и херня. Но завтра уже не стоит ничего. Ну туш. Я посмотрел на скольких, на 5 сайтах разных. На 4 стоит, на одном не стоит. Ну туш, и кому верить, бля? Короче, я делаю с... Вот так вот, как видели. А это нормально, что у тебя так дым из выхлопной трубы только что валил? Да. Точно? Там прям копоть пошло. Не, ну, оно ж бывает, перегорает, застаивается. Ты ж когда в отсечку даешь, он максимально выброс идет, понял? И в трубе много сажи может быть. Ну, короче. Если бы он постоянно коптел, тогда было плохо. Тогда это кольца, поршневая и нет, так далее. Я ожидал, там такая купа не тебя пошла. Не, ну. А? Ну, такий мотоцикл, ну. Це такий мотоцикл. Вообще, це пасивная безопасность для большого города. Бо не всегда видит автомобилист, думает, что якийсь мопед. Или вообще не видит, так хоть услышит. Вот вам лайфхак. Толик оставил ключи. Только, блядь, что-то не заводится. Проэкспериментируем. Не знаю, как включилось.
Ну, дает, блядь. Это будет знать, как оставлять, блядь. Оставим ключи и будем знать теперь, что нечего их оставлять. В шоке, да, думаю, что закрыл. Ну да. Не могу найти нейтралку. О, нашел. Еще один лайфхак, блядь. Я смотрю, ключики торчат, блядь, апача, провтыкал. А бы он футболку не знал, что... Да-да-да. Головой якусь куртку кожану накинуть. Будешь знать, что нельзя. Со стороны хорошо звучит, мне нравится. Со стороны, да, послушал? Я тебе показываю, знаешь, еще газ. Да не, ну, блин. Нормально и так. Такой взгляд, не по, кто это поехал, такой смотрит. Я немножко удивился. Там я видел, да, такое лицо, типа, в смысле кто? А потом я такой сразу проверяю, где их взял. А куда мы едем? Домой. А, такой маленький. Да? Как ты в нем ездишь? Нам неудобно. Надо доехать до дома. Оп, нормально, все, поехали. Аккуратненько, поворотик. И поехали. Сделали дорогу, сделали плохие латки, конечно, и щебенки, целая куча. Заднее колесо очень сильно шлейфует на этой херне. Лучше бы и не делали, в принципе. Они все равно, блин, уйдут через недельку. Машины покатаются или фуры проедут, все, их не будет, этих латок. Слава богу, пока машины ездят, все на обочину ушло. Это уже хорошо. Хоба. Поворотничек. Вот здесь вот ладно, здесь хорошо, здесь ямы здоровые были. Но все равно щебенка. Бегите, дети. Ладно. Не будем о грустном. Оп. Оп, оп. Ну, давайте теперь без слов под музычку проедемся. Чисто лайтовенько так. Но для начала попробуем сделать так. Байдың, 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 байдың қызын аламан. Байдың, байдың, байдың қызы келмесе, тартып шабамын. Байдың, 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 байдың қызын аламан. Байдың, байдың, байдың қызы келмесе, тартып шабамын. Байдың, 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 байдың қызын аламан. Да-да, Виталя, давай. Еще один оператор едет.
хай по ней, если ты разобьешься. А? Корыто, ой, корыто. Ваше впечатление о вашем новом драконе. Драконе, дракон, да? Ты на свет рапер подвези. Шо? Дай прокачусь. Иди на... Надевай шлем, в шлеме же на угрозку снимай. А Вова пи***. Не даст. Не, ему даже видео засыпать. А Вин может, типа? Видео вставить? Ну да. Да я пишу тут видео вставать. А, да не, а что? Вова, не обижайся. Теряем управление. А тормоза, да, да, тормоза. Нема тормозов, блядь. Дракон, блядь. Не, по натуре, это, блядь, кайфовая тема. О, блядь! Сейчас мы по-другому сделаем. Мы шукаем Вову. Нет, мы не шукаем Вову. Давай реже, блядь. Вака-вака! Здорово! Здорово! А ну проверим его баланс. Да вроде нормально. Не, за***ма. Ехать. О, бля. Кибика, бля. Транспортное средство, Не, ну такой контент забанят, да, так? О, всегда. Еще один лайфхак. Преимущество. Только нормально держись, крепко. Крепко. Сейчас мы в ту сторону проедемся. Трошки навалим. На заднее. На заднее? Да. Это был пробный вариант, теперь в обратную сторону. Так что держись крепко. Толика не так подрывает. Ну так я чуть-чуть, сейчас будет чуть повыше. Так что будь готов. Заканчивается не для меня. Но зато можно проверить пластик как раз, блядь, как я заклеил, блядь. Все налево, направо. Езжай, 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 езжай.
прям як для мене, місто. Диви. Почти угадав. Прям як для мене місто. Тільки чуть-чуть не хватило, щоб його так от. Все, пошли. Хорошо. Лайфхаки работают. Что, ребятки, мы опять в городе. Нам тут написали подписчики. Типа встретиться. Все дела. Вот. Поэтому ехаем сейчас на Лыви, на место встречи. А там будет видно, кто нас там будет ждать. Ну, парни вроде писали. Короче, как-то так. Хоть погода наладилась, а то вообще такие дожди будут. Дня 4 подряд, наверное, вообще. То есть под вечер там налаживалась погодка, но то было под вечер как бы. Вот. Так что, блин, я не знаю. Надеюсь, вроде так по прогнозу смотришь, что все порядочек на все 10 дней. Ну, кто его знает. Кто его знает, как оно будет. Едем, посмотрим. Погодка прекрасная, настроение хорошее, видосик подснимем, поэтому как-то сейчас будем это все. О, смотрите, мотик какой-то стоит. Мотик какой-то стоит. Интересный мопед тоже. Нам бы где-то в тенечек, конечно, залезть. Прикольно. Девчуля, конечно, выдала. Блять, у меня две фары светятся. Надо к нам подъехать. Привет. Это ты писал? Ну вообще не я писал, я тебя давно смотрю. Там друзья едут, просто где-то они потерялись. А как это? Ты знаком? С кем? А ты не видел? 1290 кубовый, у него тоже... А, вот там стоит? Да. Я не знаю. У него свой канал в ТикТоке. Не знаю, я не видел. Не видал его. Капец, как ты чуть ловали, там не попал? Ну, то ж так. Ну, то ж так. То ж так выезжают ребятки. Что поделаешь? Помеха справа, тем более главная дорога. А он вот так вот поехал. Должен был увидеть или услышать. Видать. Надо им позвонить. По телефону говорил. А как ты увидел, что он по телефону говорит? Ну, проезжал, так просмотрел. Оно ж камера сглаживает, когда ты поворачиваешься, оно больше ровно стоит. Стабилизация. Так смотрю, он там по телефону базарит. Потом телефон откинул это. Альфа. Мопед. Дельта. Дио. Привет. 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 Вот такой вот сходнячок. А? Не, надо было сказать, взял. Да я буду делать встречу 1 числа. На Власовке, в городе, там по времени. То привезу наклеечки. Этот, а высоко именно покупали? Этот? 2,5. Там дешево? Ну, я 3 года назад его брал. До войны еще? Да. У нас просто там чел катается на этом. Луки бандит 600. Ага. Он за 200 взял только 600 кубов. Ага. Тут за 2500 900 кубов. Ну да. Он же на поляках. Он на поляках. А, да? Ну, конечно. Разве можно? Конечно, можно. Как в BMW строили, да? Не, это стандартная, стоковая. Ну, а где они? Внизу лента есть, вот. О. Она и стоп, и поворотники. Прикольно. Да. Сколько же на это колесо? Как от машины? 207. У него тоже 206 или 205. Ну, видишь, нормал. Можно посидеть? Да. Хорошо. Прокатнуть? Да можно.
руки в крест, вот так в бак упираться. Сюда, вот тут. Так это и не быстро. Я знаю. Это так. Нет, ты сядь назад. Это ты от меня вначале, хорошо? Да. Сядь, ну вот ножки, ты на ножки ставь ноги. Ногами обжимайся и руками упирайся, чтобы ты на меня не слазил. Простите, вот так от меня вначале. Байдың, 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 байдың қызын аламын. Байдың, байдың, байдың қызы тимесе, тағдырдың шабамын. Ну да. Спрашивай меня потом, я тебе. Давай тоже сфоткаемся. Не, просто. Так, сфоткаемся. А, ну ладно, я зачем. Ничего страшного. Пожалуйста. Что, я тогда поеду? Я потом встречу буду 1 числа делать там на Власовке, вот, сюда в город приеду. Я там время обозначу. А? Мы так катаем, у нас же прав нет. Нам почти. Ну я где-то в таких местах, если что, в доступных. И все, и как раз наклеечки возьму. Это просто, он типа нереально страшный. Все, на связи тогда.
Хорошо. Еще и друзьяки появились. Вообще удобно. Как я вовремя приехал. Вот это я вовремя приехал. А я смотрю, этот мод на продаже, да? Не? А, то, наверное, другой. Кто-то... Или, может, этот. Ну, какой-то видел Сузуку. Привет. А, не. Точно, это ж бэха, блядь. То я смотрел у этой танкистки. Она на Сузуке какой-то там фоткалась, чушь. И потом увидел случайно в объявлении, что типа на продаже с Полтавской области. Ну. А ты где катался? Я? Да я с Власовки сюда приехал прокатиться. Тут же ж не мать катался, блин. Выбор только сюда приезжать, блин. Ты свет не выключил? Горит. А то, бля, и аккумулятор так помрет. Что у меня по резине тут? Еще есть? А что это, блядь? А, тут так и есть, ебать. Я думал, блядь, покусал. Ебать. Парни хотят на заднем проехаться, подснять. Ты на второй разгонись, а я чуть сзади отстану, подниму и с тобой проеду, а потом Димон. Сделаем. Сделаем. Вот сейчас, парни. О, сейчас будет на заднем, бля. Хорошо подрывает, легко видать. Друзья, вот такие вот у нас были лайфхаки. Как вам понравились? Напишите в комментариях, какие больше понравились. Еще есть пару рекомендаций. Не стоит брать без спроса мотоцикл, садиться на него, там фоткаться, шлем тем более в этом случае. Потому что за это можно выхватить так неплохо. Это хорошо, там знакомое, незнакомое, такой обучающий процесс. Но видосик такой, что от вас требуется? Подписка, лайк, комментарий, рассказать друзьям, близким, знакомым. Если ты не здесь, то ты нигде.